Мне интересно, как ты в спину нас это заражаешь лицехватом, если он только на лицо цепляется? А я могу через задний проход за это вселять. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Стаканчик, King on Fire, Неон Леон, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики, где я играю за чужого, троллю пацанов, они убивают друг друга и мы веселимся. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Сегодня я сделаю немножко другую тактику, я буду пытаться запрыгнуть со спины, чтобы они не узнали, где я. Я тебя увидел уже. Ты меня увидел, да? Так, так, так. Зато и я тебя не увидел. По правилам будет так: я запрыгиваю в челика, проходит 30 секунд, и я начинаю превращаться в большого и просто разношу всех. Можете меня убивать, кстати, так будет интереснее. Зря. Зря. За язык тебя никто не тянул. Ой, блин, тихо. Так, так, так. Надо кого-то выследить по красоте. Ах ты, блин! Ты чё? Ты меня в Counter-Strike наказываешь и тут? Ах ты жопа, я тебя запомнил. Ладно. Играли со стаканчиком, говорит, я буду тебе поддаваться. 16-2 счет, классно. Поддавётся, чувак. На всю силу. Ой. Что он будет делать? Время идет. Отчет идет. Все, сбор. Какой сбор? 30 секунд. Я знаю, кто это King of Fire. Эй, молодец, догадался. Я вижу, как он в него вселился. Найдите, убейте его. Так надо было мочить его сразу. Еще бы 2 секунды, я бы этот выселился. Реально, на соплях выиграли. Опять. King of Fire сегодня что-то не везет. Время идет, время. Эх ты, вы психи. Ой. А надо два сбора же убивать. Убей меня! Да какой сбор? У нас тут Гаррис Мод. Какие сборы? Ты чё? Тут надо мне поймать этот момент, когда вы не убьете чувака 30 секунд. Вот моя цель. Ну, я понимаю, что эта цель недостижима в этом ролике, но я попытаюсь. Я всегда думаю, что не получается, в итоге все получается. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень веселое, которое поднимает вам настроение. Да тут столы не перепрыгивается, баганая карта! Да. Слышь, так пули рядом пролетают, аж стрёмно. Да блин! Да блин! Я хочу вселиться! Да ладно, 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 надо отступить и найти... Убейте его! Меня еще никто не сможет убить. Так, главное мне какого-то... Я смогу вселиться все-таки в кого-то и 30 секунд продержаться. Так, вижу, пробежал один. А, один пробежал, значит. Убил, молодец, красава. Нет. Ты слился с полом прям. Ну, красиво, время идет. Вселился в кого-то. Отсчитываем время. В кого же я вселился? Опять в King of Fire, наверное. Наверное, не знаю. Мне кажется, в 10 секунд. Серегу, 100%. Он в меня вселился, я думаю. 5 секунд. А как веселяться? А, вот так. Он вот в меня, да. Отлично. Твою мать! Так, сейчас я сделаю так, чтобы у меня тратили жизни, потому что я знаю, что я бессмертный. А ты говоришь, я тебя убил, блин, а я думаю, что это не показывает, что я тебя убил. Так ты мне не верь, ты поверь, если ты будешь верить всему, что я говорю, это тупо очень. Первое правило Гаррис Мода, не верь Димасу. У нас тут свои правила, в этом и строится. Да знаешь, на чем основана
военные действия, вообще война. На обмане. Обмануть противника. Вот, блин. Чего? Да ну я рядом в потолке застрял. Он где-то здесь, в главном зале. Был. Ой-ой-ой-ой, блин, опять застрял в какой-то штуковине. Сейчас. Так, надо мне не в общем зале, а где-то на крысу. Ля крыса. Есть. Отлично, скушал. Давайте возьмем другого. Мне кажется, вот этот будет получше. Ай-яй-яй, ты чё, сразу 300 жизней вынес? Ты с чего стреляешь? Ты с дробаш конченый такой. Дробовик. Дробовик? Дробовик. Дробовик. Да я застрял в этой же... О, спасибо, что расклинил. Побежал. Псих-убийца. Так, 500 жизней у меня осталось. Ай-яй-яй. Отлично. Ну, давай, иди сюда. 200 жизней осталось. Ты пока будешь целиться, я тебя буду выносить. Ты такой. Ля крыс. Телом защищаешься прям. 100 жизней. Эй, 13 жизней. Хорошо, я бегу. Так, пока есть один раунд за мной. Ну, вы уже до этого выиграли несколько раз. Да блин! О! Убей меня! Я застрял. Да блин! Меня убейте! Я ему помогу, я бегу помогать. Все, вообще помог. А ты, блин, а? Так, теперь будем делать так же самое. Все делать будем на крысу. Выслеживаем. Выслеживаем по очереди. Мне интересно, как ты в спину нас это заражаешь лицехватом, если он только на лицо цепляется? А я могу через задний проход за это вселять. Ну, пацаны, ты что, я не завидую. После того, как я вселяюсь через спину, это такое не очень приятное дело. Он ждет. Есть. Он вселился. Да ну блин, он догадался, что я вселился, надо было не говорить. Убил, молодец. Я увидел тебя, просто. Я когда вселяюсь, какой-то звук хряська, да, такой хрясь издаю? Да. Ну правильно, когда через спину звук не может быть другим. Это как Крэд Краб. А, да, есть такое. Что, иду навести охота? Да блин, в стенку ударился! Опять! Кого вселился? Я думал, что Серёга. Да блин, нет. Столы вонючие. Он тут самое ходит. Классное место, это вот. Кто-то заходит, я мочу. Эд, чё с базукой бегаешь? Я псих. Бойтесь меня. Тихо. Сейчас мы все сделаем. Мне кажется, я знаю, где. Нет. Да блин! Есть! Да опять в него, да что ж такое, а? Да не так убил, нормально. Защищать Димаса. Идиот, мочите. А я управляю им, получается, я управляю им и мочу всех. Я захватил его сознание. Мочите винодела. Давай, мочи винодела. Давай, есть! Сознание захвачено успешно. О, так давайте так и будем, кого вселился, тот начинает других мочить. Ну! Не получается! Все-таки слили чувачканька. Чувачканька! Так, ждем на крысу. Тебе больше всех сегодня везет. Кингафар, подожди. На! Вот этот дробаш у тебя мощный. Мне он нравится. Очень мощно. На! Ну, не получилось. А. Возьму ползучего червя... Хорошо. А я ползу. О! А я ползу за червячка.
Ладно, вы задрали! Я ползу за червячка Джимми! Ля-ля-ля-ля-ля! А так ты можешь уже стать чужим. Офигенная нычка. Очумительно. Ты червячком на червячка не можешь стреляться. Ты не можешь стреляться. Могу. Нет. Нет. Зато я могу дамажить им. Отлично. Он быстро атакует. Классно, да, убийца? Ах ты. Слышь, стаканчик, ты хорошо играешь в КС-ку, что просто любая стрелялка. Ты очень отлично играешь. Он в читами играет. Так вот, чит. Я ему читы посоветовал, Димас. А, я понял. Он в неоне. Он стаканчик. У меня для тебя сюрприз, Димас. Готов к сюрпризу? Ну да, уже, это уже свершилось. Хорошо, хорошо. Ну чё, давайте, теперь мегабосс. Я один против вас всех. Убивайте, не буду ни в кого вселяться, чисто убейте чужого. Да нифиг делать. Блин, да я застрелю. Тихо, тихо. А чё у вас за пак оружия? Вы реально как-то мне фигачите? Да ты задрол! Да дай мне убить кого-то. То, кого-то-то. О, я нашел комнату, где вы меня не сможете достать. Буду вас просто... Кто будет мимо проходить? Ладно, давайте, зайди в эту комнату. Только по-честному, без ядерки, зайдите. Я буду всех фигачить. Я буду просто стоять и клацать мышкой. Кто будет мимо проходить, будет умирать. Вот так вот. Еще один есть. О, ребята, давайте так. Если вы напишите в комментариях «давай бабку Гренни», следующий ролик будет с бабкой Гренни. Давно мы не записывали Гренни. Ну, 1000 жизней. Всего-навсего-то, ну. Отлично. А как ты мне через стенку убил? Эй, больно! Ого, закидали гранатами! А я выживу. Ну-ну-ну, давай, давай. А, я не там тебя жду. Так, стоим, стоим, ждем. Ого, вы меня фигачите. Блин, нельзя так куда-то. Ого, вы, да тихо, вы всю комнату забросаете. Слышь, кто-то ждет, кто-то что-то кидает. Ого, вы комнату забрасываете. Он тут летает, он тут, блин, по вентиляции ходит и угорает. Ты только меня так и знаешь, да, что я так и могу делать? Ля-л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 я. А вы ему, короче, когда он вас хватает, вы можете ему ногой бить по нём, по нему. Да ладно. Пузо мне разобьете еще. Нет, я вот что сделаю. Старый добрый дедовский способ. Есть такое выражение, против лома нет приема. А как с ядеркой? Как придумать? Самый креативный комментарий вставлю в ролик. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.